Привет! Привет, друзья! Решила выйти в прямой эфир, пока у меня выходной, и у меня сегодня вообще нет никаких дел, потому что я вроде как еще восстанавливаюсь после болезни, и еще сегодня Юрик уже пошел в сад. Соответственно, мне не надо развлекать его дома. Короче, сегодня у меня настоящий выходной. Вечером пойду, правда, на мамину вечеринку. Мама у меня сегодня организовывает какую-то вечеринку в красном. В общем, достала она мне какой-то красный костюм из шкафа. Ну, и я решила, надену его. Что, жалко, что ли, так сказать? Привет, Ивар, спасибо большое. Я, на самом деле, сегодня себя чувствую уже прям хорошо. Ну, вот немножко так насморк есть, но, в общем, хорошо. Я сейчас попробую лампу свою включить, будет разница? Прикольно, да? Мне кажется, лучше с лампой. Прикольно. Я же купила блогерскую лампу, кто не знает, сейчас я вам покажу ее. Сейчас. Вот она, блогерская лампа. И реально мы выключаем свет во всей квартире, и можно включить блогерскую просто лампу, и будет реально очень светло. Мы какую-то слишком мощную, наверное, включили для блогеров, она, наверное, для студии. Ну, ладно, там можно регулировать. Итак, давайте с вами пообщаемся. Угадайте, на какую тему. Есть варианты? Барабанная дробь на тему йоги. Задавайте любые вопросы. Я с удовольствием на них поотвечаю. Сейчас переписывались с моей подружкой и обсуждали тему блогерства. Пока тему блогерства пообсуждаю, жду ваших вопросов на тему йоги. Ну и, соответственно, она такой очень интересный человек, действительно интересный, необычный. Она, у нее красивая, счастливая семья. Она сама из Новосибирска. Там она организовывала веганские всякие фестивали. Сейчас они всей семьей просто решили приехать в Сочи. Они увлекаются минимализмом. Ну, короче, реально интересно. И она еще очень такая вот грамотная. Она очень хорошо пишет, очень делает красивые фотографии. И очень говорит, блин, типа, может мне тоже стать блогером? И я ей говорю, что, конечно, да. Конечно, чисто теоретически это прикольно быть блогером. Но как же сейчас тяжело раскрутиться новым блогерам. Я знаю очень много йогов, преподавателей йоги, которые хотят раскрутить свой блог. И вы знаете, то есть я часто захожу на те страницы, в том числе на тех, кто подписан на меня, либо просто там мне говорят, Ян, вот посмотри страничку мою, скажи, в чем ошибка, либо те, кто просит у меня рекламу, и я смотрю и думаю, действительно хорошая страница. То есть хорошие фотографии, видео, сторис, интересная информация, даже подача информации грамотная. То есть все вроде бы как надо, но дело в том, что сейчас пробиться очень тяжело, потому что уже пересытился рынок. Даже если раньше, то есть я, когда я начинала вести свой блог, это было больше 5 лет назад, да, вообще с ума сойти. И если я, естественно, в Инстаграме встречала человека, который занимается йогой, особенно русский, а тогда таких вообще очень мало было, я тупо на всех подписывалась. То есть нас было мало, кто именно как бы сильно глубоко увлекался йогой, кто об этом что-то писал, какие-то фотографии выставлял. И мы все друг на друга подписывались. Вот, то есть у нас было, в принципе, на самом деле человек 10, и мы все друг за друга знали. И, то есть, а теперь все, кто увлекается йогой, они тоже, соответственно, находят популярных йога-блогеров, они на них подписываются, но они не подписываются уже на новых блогеров, потому что, по сути, все примерно говорят об одном и том же, ну, почти, то есть, конечно, есть, зависит от темперамента того, кто ведет блог, но все примерно говорят одно и то же, ведут блог примерно одинаково, ну, там, да, вот, в общем, конечно, немножко по-разному, но суть одна. И люди уже устали засорять свою ленту, устали засорять свой мозг, и даже если у вас будет супер идеальная страничка, Женя, в субботу занятия в 12, в эту субботу занятия в 12, Катя, привет, да. Вот, ведут свою страничку, и они искренне расстраиваются, что даже они покупают там рекламу у меня, еще у каких-то блогеров, у которых реально живая аудитория, йога, причем аудитория, но на них подписывается, то есть там подписываются типа 150 человек, 200 человек. Кать, это Сваровский, это бижутерия.
У меня спрашивают про эти сережки. Этим сережкам около 10 лет. И все 10 лет меня спрашивают, что за камни, какие красивые камни. Короче, удачное вложение. Вот. И они, естественно, расстраиваются, потому что реклама достаточно дорогая, а на тебя подписалось там 200-300 человек. Вот. И когда у меня просят какие-то советы, то я говорю так, что здесь есть несколько вариантов, как можно раскрутиться в Инстаграме. Либо первый. Ну, соответственно, мы, естественно, берем то, что, в принципе, Инстаграм ведется правильно. То есть это грамотная страничка, грамотные фотографии, видео, сторис, в идеале еще прямые эфиры. Я, кстати, вообще не понимаю, почему многие блогеры пренебрегают прямыми эфирами. Прямые эфиры – это вообще тема. То есть, сторис – это, конечно, хорошо, да. Это нативно. Блог – это уже не так нативно, то есть это постановочные, понятно, фотографии и тексты обработанные. А вот прямой эфир – это реально аудитория чувствует, что ты живой человек, и то реально какой ты есть. Поэтому вот совет – чаще выходите в прямые эфиры. Но можно заготавливать тему заранее. Вот сейчас есть классная тема, что можно заранее подготовиться, там за полдня сказать, давайте задавайте вопросы мне в сторис, и потом в прямых эфирах на эти вопросы отвечать. Вот это очень удобно, я думаю, для блогеров, потому что не все, как я, могут просто на пустом месте разговаривать, не останавливаясь. Вот. Так вот, и, значит, как раскрутиться, да? То есть первый вариант – это вложение очень больших денег. Ну, чтобы достигнуть, там, например, наверное, 30 тысяч подписчиков, то это вложение, я думаю, около, если мы берем среднестатистического человека, который ведет блог, ну, я думаю, минимум 150 тысяч рублей, минимум. Вот. Это имею в виду стабильные 30 тысяч подписчиков. Вот никогда ты гиф покупаешь, тебе приходит 30 тысяч, а потом столько же уходит, да, или остается там 200 человек. Вот. А второй вариант – это ты реально очень талантливый и очень необычно притягательный человек. Таких очень мало, но без денег действительно раскручиваются такие люди. Вот. Есть новые блогеры, которые пришли в мир блогинга, допустим, там года полтора назад, и они раскрутились. И на деньгах, конечно, но не такие большие вложения, и на своем таланте. Вот. Поэтому, когда мне говорят, что вот я хочу завести блог, я реально вижу, что человек реально, если бы он пришел в Инстаграм года 4 назад, он бы моментально стал бы популярным, если бы он реально занялся бы этим. Вот, а так, конечно, ну, тяжело это. И, знаете, я смотрю, что люди прям стараются, они реально делают все как положено, они вкладываются все в блог, а отдачи нету. И я понимаю, что отдачи нет не потому, что они что-то не так делают, а просто люди пересытились. Ну, вот как-то так, короче. Итак, уже вы мне задали какие-то вопросы. Спасибо вам большое. Сейчас я на них поотвечаю. Так, да. В эту субботу, у меня обычно занятие в субботу в 10:30, но в эту субботу, только в эту, в 12:00. По субботам у меня занятия для среднего и продвинутого уровня. Во все остальные дни абсолютно для любого уровня. Вы можете никогда не заниматься йогой, либо вы можете заниматься йогой уже 20 лет. Каждый найдет, чем заняться на моих занятиях, кроме субботних. Людмила Попова, спасибо большое. У моей мамы, конечно, у моей мамы живые подписчики. Моя мама с точки зрения блогинга очень подходящий персонаж, потому что, во-первых, ее страница информативная, да, это фитнес, там уже секс, отношения, все такое. А во-вторых, она как бы такой инстафрик. А люди у нас любят фриков, потому что за ними интересно наблюдать. То есть фрик – это какая-то яркая личность, которая вызывает неоднозначные мнения. Причем ее могут одинаково ненавидеть и одинаково любить, но тем не менее за ней все равно наблюдают, потому что интересно, что этот человек сделает дальше. Поэтому с точки зрения блогинга моя мама подобрала себе просто идеальный образ. Вот. Начала я заниматься йогой совершенно обычно, просто жила-жила и решила пойти позаниматься йогой. То есть я, когда меня спрашивают, с чего начинать йогой, я отвечаю на этот вопрос очень часто, сейчас тоже отвечу. Нет никакого волшебства, просто идите и позанимайтесь йогой.
Мне вчера написали коммент, я написала пост про йогу-преподавателей, и написали коммент, вот у меня был, 12 лет назад я занималась йогой, был преподаватель по йоге, мне он очень нравился, потом она там куда-то уехала, и я стала искать другого преподавателя йоги, вот сходила на 4, к 4 разным, мне никто не понравился, но я так понимаю, человек перестал заниматься йогой. Просто, чтобы вы поняли, я когда занималась йогой, и, допустим, мне нравился преподаватель, и он уезжал, я ходила к разным преподавателям йоги, пока я не находила того, кто мне нравится. Это было от 10 преподавателей йоги. То есть не было такого, что я сходила 4 раза, из 4 мне кто-то понравился. Это был 10-й преподаватель йоги, может быть, 15-й преподаватель йоги. Но я просто знала, что этот человек должен существовать, я не опускала руки. Конечно, в другой момент, если вы живете где-то, где вообще нет выбора, это уже другой разговор. Но если выбор есть, то на 4 не нужно останавливаться. Если вы думаете, что вы среди продвинутых будете неуютно себя чувствовать, то вы глубоко ошибаетесь. 80% на почти на всех практиках йоги, если это не специализированные практики для среднего там продвинутого уровня, это начинающие. Йога, как и любое другое занятие, в основном все проходит для начинающих, потому что очень много людей начинают йогу, но затем забрасывают. Потом новые начинают, но затем забрасывают. Идут дальше в средний глубокий уровень 5% от тех, кто начинает заниматься йогой. Поэтому на занятиях в основном новички. Рада, что вам понравился вебинар Сергея Горбачева. Я не знаю, что такое свадиштана. А через сколько я отказалась даже от яиц? На веганство я перешла, получается, ну, там где-то 1.5 года назад. Тогда я отказалась от яиц. К тому времени я практиковала 8.5 лет. Вот. Через 8.5 лет практики йоги отказалась от яиц. Вот. Цена на входа на девичник я не знаю. Я вообще не в курсе. Я, если честно, не знала, что я на него пойду. Но, оказывается, мама имела меня в виду. И я, в принципе, себя уже хорошо чувствую. И я люблю мамины девичники, так что с удовольствием пойду. Онлайн-уроки тоже, я думаю, если вы уже тем более знаете преподавателя, если вы с ним занимались, то это хорошо. Да, я одену красный костюм, мне мама какой-то свой дала, я его и надену. Так. Победитель йога-марафона, да, я сегодня выложу в сторис. Так что следите в сторис. По-моему, до 8 я сказала до 6 я сказала голосование. В 6 я выложу результаты, и, соответственно, в 6 я напишу стоп и выложу результаты. Да, мест в моих группах много, можете приходить. Смотрите, если человек востребованный в Инстаграме, то это не значит, что у него много людей ходит на занятия. Очень многие пишут, что они хотят прийти на занятия, но чтобы реально себя человек взял в руки и дошел, дойти еще доходит по одному разу. Но чтобы он купил абонемент и ходил регулярно, то это случается очень нечасто. Поэтому если я популярный йога-блогер, это не значит, что у меня в залах по 50 человек и не хватает места. У меня во всех моих залах, где работаю, везде есть место. У меня есть дневная группа, есть вечерняя. Днем у меня ходит больше людей, но там и зал у меня большой. Вот. А вечером ходит у меня не так много людей, но у меня там и зал маленький. Так. Я просыпаюсь где-то в 7-7.30. Важно ли вставать до восхода солнца? Вообще, с точки зрения режима, с точки зрения работы нашего организма, насколько я знаю, надо вставать с восходом солнца, ну и ложиться тогда с закатом. Вот, поэтому, то есть, если вы ложитесь с закатом, то и вставайте с восходом, да? То есть, а если вы ложитесь, типа, в 12, то с восходом солнца, наверное, будет тяжеловато все-таки вставать. Вот. Так, что еще вам рассказать? Еще расскажу смешную историю. Короче, есть такой журнал, Yoga Journal.
И он, у него будет выпуск юбилейный в марте, и он взял у очень многих йога-блогеров, ну, я так поняла, более-менее, которых там подписчиков более-менее много, взял, ну, типа, как коротенькое такое интервью. И там был один из вопросов на тему, как, ну, то есть, типа, фишка в том, что Инстаграм, типа, это показушничество, а йога – это, типа, про, наоборот, внимание к внутри себя, да, а Инстаграм – это про, соответственно, наоборот, внимание наружу, а не вовнутрь. Вот, и как вы считаете, вообще, можно ли это совмещать? Ну, короче, я ответила на этот вопрос, типа, вообще нормально это можно совмещать, и потом Инстаграм, Инстаграму рознь, и что вот вообще все российские йога-блогеры, у них не такой Инстаграм не про показушничество, не про показушничество, а очень даже йогический, информативный и все такое. Ну и все, отправила, значит, свои ответы на вопросы. И тут я зашла, значит, к одному йога-блогеру, и она написала пост на эту тему, что ей тоже задали такой вопрос. Ну, там всем, видимо, одинаковые вопросы задали. Ну, типа, напишет, что... Что-то напишет, что... Написала, что все преподаватели йоги, они типа... И все йога-блогеры, не знают, что это вообще... что они, у них всех депрессии, и они вообще, короче, никакие не йоги, и все такое. Но, тем не менее, нормально, можно это совмещать, вроде как тоже. И она сказала, а вот я прочла еще у другого йога-блогера, как она ответила на вопрос. Я пошла к этому йога-блогеру на страничку. Естественно, все без палева, никого не лайкнула, ничего. И прочла, короче, ее пост, а у нее пост просто, пост-разгром. Типа, короче, что в Инстаграме нет йоги. Это только все показуха. Вообще, в общем, если человек ведет Инстаграм, то значит, он не йог. И мне просто, вот просто один только был вопрос в голове, а как бы ничего, что это тоже в Инстаграме. Но при этом я так поняла, ну, я так и поняла, я еще комментарии пропалила, я все пропалила. Я так поняла, что она как бы... йог, как бы все нормально. Ну да, у нее есть Инстаграм, но как бы она йог. И вот мне очень интересно, когда я прочитала этот пост, неужели человек думает, что другие йога-блогеры, да, например, я или еще кто-то, они как бы считают по-другому. То есть неужели она считает, что я веду, например, свой Инстаграм и... Такая, думаю, да, я вообще паршивый человек, я никакой не йог, но буду, типа, вести свой йога-блог. То есть, естественно, каждый искренне верит в свою йога-философию, и каждый искренне верит в том, что он идет йогу путем, и том, что он, и у него Инстаграм искренний, и все это прекрасно сочетается с йогой. То есть, неужели она считает, что она... единственный, типа, настоящий йог в Инстаграме. Ну, как так можно считать? Я не понимаю. То есть, естественно, и я считаю, я уверена, что все йога-блогеры считают, что они реально йога-блогеры, и они реально йога, и они могут совмещать Инстаграм и йогу. Вот, ну, в общем, такой разгромный был пост, и я, если честно, была в шоке, потому что я думала, что все ответят одинаково, что, типа, нормально можно совмещать йогу и Инстаграм, и ничего в этом такого страшного. Вот такая смешная история. Без веры в то, что делаешь, никуда. Ну, это в том-то и дело. В том-то и дело, и она должна была подумать, по-моему, что если она считает, что она может совмещать, и у нее получается, то все остальные тоже так считают. Ну, короче, у меня какой-то вызвало этот диссонанс. Но я так поизучала комментарии, мне было так интересно. Короче... Это не по-йогически, я сейчас делаю сплетни, интриги расследования. Вот. А, и еще закончу эту историю. И там, я же комментарии еще полила. И там, значит, в комментариях было написано, что там, когда, типа, можно будет читать этот номер, когда можно читать этот выпуск. И она написала, что выпуск можно будет читать, ну, типа, это мартовский выпуск журнала. Ну там ей написали, типа, я очень хочу вас почитать, вот, и она написала, это мартовский выпуск журнала, ну, типа, я не знаю, буду я там или нет, если, типа, йога-журнал может принять правду. Я просто такая выдохнула, то есть, как можно считать, что именно твоя
твое мнение – это правда. Вот меня всегда это убивает. Неужели человек не понимает, что каждый считает свое мнение правдой? Вот как можно это не понимать? Вот. Я считаю свое мнение правдой, она считает свое мнение правдой. Правда, в принципе, не существует, если что. Ну, короче, так, все, успокоились. Ну, еще мне было смешно. И потом я такая думаю, блин, я так ответила, конечно, на все эти вопросы. Я потом, когда журнал выйдет, я его, естественно, куплю. Я обычно его не покупаю, но я его куплю. И если, конечно, он захочет слышать мою правду, и я там буду, вот, и я сфоткаю и вам выложу. И я поняла, что я ответила на все вопросы как божий одуванчик, реально. Я как божий одуванчик, но решила, может быть, это и неплохо, на контрасте со всеми другими ответами я буду, наверное, выделяться, я подумала. И, наверное, люди захотят зайти на мою страничку. Короче, вот такая смешная история. Так. Ну да, в своем глазу бревна не видно. Именно так. Придя к вам на занятия, можно ли задавать различные вопросы по йоге? Если я новичок, но воспринимаю йогу не как УФП, а как духовное развитие. Да, когда я провожу занятия, только не во время занятия мне можно задавать вопросы, когда я провожу занятия, после занятия очень часто ко мне люди подходят, и я отвечаю на все их вопросы, пока у них они не закончатся, вот. Или пока просто человек подумает, что хватит меня уже мучить, и в следующий раз задам остальные. Так что приходите, да. Так, Катя, 18 февраля, Катя, еще не уеду, приходи на занятия, буду рада очень тебя видеть, а я уезжаю 26 февраля, так что еще успеем. Юганутые страны, кроме Индии, это еще какие? В Китае тоже пропагандируется ведическая культура или у них что-то свое? Юганутая страна так как бы и не назвать, потому что, в принципе, процент занимающихся людей йогой очень-очень маленький, в том числе в Индии, вот, в любой абсолютно стране, потому что поэтому я не могу назвать какую-то страну юганутой. Это когда ты занимаешься йогой, и тебя окружают какие-то люди, которые занимаются йогой, ты подписан на людей, занимающихся йогой. Это так нам кажется, что те, кто занимается йогой, их очень много. На самом деле их очень мало, очень мало. В процентном соотношении нас, ну, я не знаю, может быть, 0,5% от населения, ну, даже, может быть, меньше. Так. Слушайте, я не знаю, когда можно делать карту желаний. Я не смотрела. Хватит меня спрашивать про даты, про карту желаний. Я, когда провожу какие-то эфиры, я объясняю, как найти дату на карту желаний. Я не смотрела, когда нужно делать ее в ближайшее время. Вы всегда такая спокойная, это супер, кажется, что вас невозможно вывести из себя. Знаете, меня действительно очень тяжело вывести из себя, практически невозможно. И иногда, когда я вижу, что человек просто добивается того, чтобы я вышла из себя, ну просто реально некоторым это надо. Да, как эти вампиры, как они называются, да, и когда близкие люди, они тоже вампирят и хотят высосать из меня энергию. Я вижу, что им просто нужно, чтобы я вышла из себя, и я прикидываю, что я выхожу из себя. Но мне с каждым разом все тяжелее и тяжелее становится прикидываться, что я выхожу из себя, и у меня, мне кажется, это все хуже получается. Ну вот как-то так. Ну а как еще? Ну если человеку надо, чтобы он уже наконец-то успокоился, приходится идти у него на поводу. Но если это близкий человек, конечно. Так, уезжаю в Таиланд. В Таиланд уезжаю. У меня там будет сначала йога-тур, потом я еще на 3 недели остаюсь в Таиланде. Ну, не можете, если вы не можете сделать 5 февраля, ну, сделайте 6, 7, 8. Поверьте, никто не умрет, если вы сделаете позже карту желаний. Так. Еще задавайте вопросы, если у вас есть какие-то вопросы по йоге. Что вам еще рассказать про блогерство? И про блогерство тоже задавайте вопросы, потому что сегодня с утра в моей жизни была поднята тема дня блогера. Слушайте, с лампой вот реально, мне кажется, лучше, да? Такая чистая как бы картинка, и лицо как-то лучше смотрится.
Вот, кстати, мои соболиные брови, они уже выглядят более естественно, мне кажется. Вот. Вчера я сделала в сторис тоже показывала, кто не знает, сейчас уже не в моде супер идеальные брови, а в моде такая модель. Мне вчера сказали, что это называется соболь. Мне кажется, подходит название. Вот. Ура, вопрос. Пока я потянула время с бровями. Питание в Москве. Ощущается разница с другими странами? Ну, если сравнивать с Азией, то, конечно, имея в виду вот с Индией и с Таиландом, там, конечно, овощи и фрукты гораздо вкуснее, гораздо натуральнее и дешевле. Вот. Но в Москве очень здорово, что выбор, можно купить все, что угодно, и найти все, что угодно. Единственное, что хорошие фрукты и овощи, ну, очень дорого стоят. То есть я даже не могу себе позволить покупать те помидоры, которые я хочу. Ну, потому что они сумасшедшую цену стоят. Там вот сейчас во Вкусвилле они лежат за 700 с чем-то рублей килограмм. Я даже один взяла на пробу, думаю, блин, ну, если они прям волшебные, то один в неделю можно покупать. Но они не волшебные, то есть они не стоят своих денег. Так. Как думаешь, Полина спрашивает, это сейчас обязательно вести йога-тичера свой блог? Нет. Очень много преподавателей йоги, у которых нет своего блога. Очень много. Вот. В том числе есть начинающий преподаватель, у которого нет своего блога. Можно просто набирать аудиторию, соответственно, просто старинным способом ты начинаешь где-то работать, когда тебя наконец-то куда-то взяли, и долго-долго-долго работаешь на одном месте в одно и то же время. И, соответственно, если ты реально хороший преподаватель, да, то к тебе постепенно, 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 но будут набираться люди. То есть, что касается у меня людей на занятиях где-то 60% это из блога, 40% это не из блога, то есть которые меня нашли каким-то другим путем, либо через студию, в которую я работаю, либо у меня еще есть сайт, то есть у меня есть сайт, и реально люди меня находят, некоторые по моему сайту, они приходят ко мне на мой сайт, и они не знают о том, что я там блогер или что-то такое. Вот, то есть я, знаете, иногда веду занятия, и такая думаю, вот если бы у меня не было блога, сейчас у меня на занятии было, допустим, не 15 человек, а такая, я просто знаю, кто у меня откуда, кто ко мне давно уже ходит, и такая, так, ага, было бы 4 человека сейчас у меня на занятии. Вот, конечно, блог приводит людей, но, опять же, сейчас очень тяжело раскрутиться, кто не смотрит эфир сначала, посмотрите, там про йога-блогинг говорю. Вы учились у кого-то, как вести блог? Я, в принципе, ну, как так, изначально как-то так от природы, видимо, мне дано секу тему вообще интернета и развития своей страницы, но я постоянно прохожу различные семинары, занятия, слушаю различные вебинары на тему того, как проводить блог, как вести блог, какие новые фишки, что нужно делать. Я этим все занимаюсь. То есть я вкладываю в свой блог достаточно много денег, особенно если знать, сколько зарабатывает йога-преподаватель, зарабатывает он, как и все преподаватели в нашей стране, немного. Сайт, не могу сказать, что сайт эффективен, Кать, но, ну, то есть там, как сказать, когда мне задают какие-то вопросы обо мне, либо расписание, либо где я работаю, я просто кидаю ссылку на сайт, и люди просто смотрят. То есть так легко найти основную информацию. Ну и меня, говорю, есть люди, которые меня находят каким-то волшебным образом по сайту, уж не знаю каким. Так. Так. Сколько стоит лампа? Эта лампа стоит 6500. 6500. Но я не знаю, хорошая она или плохая. У меня же не было никогда другой лампы, я, в принципе, мне не разбираюсь. Но я даже посмотрела видео на YouTube, типа разбор ламп. Там таких видео много, но вот одно посмотрела и вот выбрала, короче, эту. Так. Часто ли я прислушиваюсь советам своей мамы? Я вообще, если честно, такой человек, я вообще редко прислушиваюсь к каким-либо советам. То есть я реально практически всегда думаю своей головой. Я особо и не спрашиваю совета.
у людей. Ну, как-то так. Не часто. Да мне мама и не дает советов, но она знает, что это бесполезно, в принципе. Так, в чем лучше заниматься йогой? Нет такого, в чем лучше заниматься йогой. Просто это должна быть одежда, не сковывающая ваши движения. Вот и все. Кто-то любит потеплее одеться на йогу, кто-то любит, наоборот, минимум одежды на себе. То есть каждый выбирает сам. Кто-то, кому-то нравится, когда на нем хлопок чистый, кто-то, наоборот, там любит какие-то тянущие такие, как лосины, как синтетические такие. Они есть ГМОшные сейчас. Но вот есть интернет-магазин, я там заказываю овощи, фрукты. Тот позвонил. Называется «Ешь деревенская». Я не могу сказать, что там прям супер, но я часто у них что-то беру. Там типа они реально... Тот звонит. Там они реально доставляют все из выращенное... Типа у фермеров, ну, короче, просто у людей, которые там на даче где-то живут и что-то там у себя выращивают. Вот, так я покупаю во Вкусвилле или на рынках обычных. Вот, у меня тут рядом есть парочку рынков, я там покупаю. Сейчас, подождите, тут пришел, наверное, доставка. Микрофон? Давайте. Нет, я по вам покупаю, если можно. Так... Маме микрофон принесли. Сдача у вас будет? Здравствуйте. Надо расписаться, что-то мне надо сделать? Ну, давайте, перезвоните, скажите. Сейчас, ребят, приму микрофон. Ну, я уже на марке. А, там 6450, не надо тогда сдачу, спасибо. Просто мне говорили 6200. Все, спасибо. Я уже говорю на марке, не надо сказать. Так. А еще я всегда оставляю на чай курьером, потому что мне кажется, что у них тяжелая работа, и курьеры мало получают. А если кто не знает, то курьеры не получают все деньги, которые вы платите за доставку, просто имейте в виду. Вот. Я просто работала в интернет-магазине кассиром в свое время, я знаю, сколько курьеры получают. Так, что еще я вам хотела сказать? Ладно, почитаю еще вопросы. Овощи. Так. Вопросы. Если испортило зрение по ведическим источникам, это что-то значит или просто надо к окулисту? Ведические источники я, если честно, не изучала. То есть йогические первоисточники, если вы имеете в виду, это ничто не значит. Ну, как бы, да, есть в йоге техники, которые работают с тем, чтобы восстановить зрение. Вы не путайте ведические источники и йогические источники. На дому ресницы наращивать с такой лампой. Ну, только, наверное, не такое, там поменьше гораздо лампа, да. Я собираюсь ехать в Индию одна. Как там с безопасностью? Вообще нормально, даже не парьтесь. Ну, если вы никогда в жизни не были в Азии, то, наверное, у вас будет шок. Ну, мне кажется, у всех будет шок, если человек первый раз в жизни в Азию попал там не в какой-то шикарный отель, а просто вот так вот на улицу вышел, типа, из аэропорта, и давай там добирайся куда-нибудь. Тогда возможно. Так, соболя сегодня в разлет. Мои соболя на месте, все, вот. Они как раз, вчера они были очень такие неестественные, сегодня они уже, мне кажется, прям то, что надо. Соболиные брови? Нет, это вот модель брови, то есть нужно стараться их отращивать и причесывать, чтобы они вот так лежали, да? То есть если еще год назад была вот такая вот аккуратная, идеальная линия, модно. Ну, не линия, а толстые, широкие, но аккуратный идеально. Сейчас они как бы вот так, видите, вверх должны быть причесаны. Но я сделала еще плюс укладку. Сделала укладку. Что такое укладка бровей? Это они, ну, как ламинирование, то есть они очень послушными. Вот я утром вот так вот их причешу, вот я причесала утром, и все. То есть они у меня не меняют форму весь день. Так я их... Я очень слежу за своими бровями, как я люблю говорить, по мне не скажешь, но тем не менее, это правда. У меня есть тушь такая специальная брови, и я в течение дня раз пять этой тушью их придерживаю. А так один раз с утра сделал, и все, ходишь. Так, как, зачем лампа? Я блогер, вот я сейчас сижу под лампой, поэтому такой хороший свет, вот такое у меня лицо хорошее, удачное, вот, пожалуйста, поэтому мне для этого лампа.
Нет, я вообще, вот знаете, часто спрашивают, делать детям прививки или нет. Вот перед вами сидит человек, которому не делали ни одной прививки в этой жизни. Ну, единственное, меня Сережа заставил 2 года назад сделать прививку от какого-то там клеща, которая, естественно, мне не понадобилась, но он вообще в этом плане паникер, он обожает делать прививки различные и от гриппа, и от всего, чего только можно. И это единственная прививка, которую я сделала. Вот видите, он и вам советует делать какую-то прививку. Вот. Но я делала единственную прививку в своей жизни. Это от клеща, и она мне не понадобилась. Я ни одной прививки в своей жизни не делала. В детстве мне не делали ни одной прививки. И при этом у меня все хорошо. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот. Как-то так. Что касается Юры... Я вообще ни разу не читала ничего ни про прививки, не изучала эту тему. В роддоме я ему сделала прививки, которые там делали, а потом я сделала еще какую-то одну прививку, а потом я не делала вообще прививок. Я не говорю, что паникер, ты просто обожаешь прививки, Сереж, делать. Вот, а потом я вообще не делала никаких Юре прививок. Сначала я не делала, потому что я просто сомневалась. Мне казалось, это как-то неестественно заражать своего ребенка чем-то. Вот, пускай в легкой форме. А я все еще ничего не читала до сих пор, а потом я просто поняла, ну, блин, это какой-то бред делать прививки. Ну, мне так кажется, что это какой-то бред, если честно. Как-то так. Как карма ляжет. Тут делай или не делай. Если карма, то как бы деваться уже некуда. Как-то так. А зачем мне читать состав прививок? Я вообще, как бы, я не люблю что-то читать, я люблю интуитивным способом ко всему приходить. А что касается йоги, все книги, которые я читала, я их начала читать, когда я начала уже вставать на преподавательский путь, чтобы иметь возможность отвечать на ваши вопросы. И так мне это было даже неинтересно, если честно. То есть я могу вообще ничего не читать. Я на интуитивном уровне, если у человека развит здравый смысл, он прекрасно все понимает, как нужно жить и что нужно делать по-хорошему. Да? Как, во сколько по-хорошему нужно вставать, во сколько по-хорошему нужно ложиться спать, что по-хорошему нужно есть, как по-хорошему нужно обращаться к своим близким и родным, сколько раз по-хорошему нужно заниматься спортом, что по-хорошему, как по-хорошему общаться со своим окружением. Ну, короче, мы все, если это здравомыслящий, если честно, человек, я не беру сумасшедших людей, мы все по-хорошему знаем, все прекрасно понимают. Зачем мне читать состав прививки, если я ее не делаю? Продукт я покупаю, да. А состав прививки я не... А прививку я не делаю. Зачем же мне читать состав прививки? Вообще мы что-то скатились к теме прививок. У меня тема прямого эфира – это либо йога, либо блогинг. Есть у кого-то еще вопросы на тему йоги? На любые, или на тему, как вести свой блог, или как веду я свой блог, или еще на какую-то тему. Вот, кстати, последний мой пост, который я написала на тему того, почему, возможно, ваш преподаватель ест мясо и что это значит, мало что-то вы лайкаете. Полайкайте, пожалуйста, мой последний пост. Спасибо. Так уже сделали прививку. Ты же не читаешь состав продукта, когда ты его съел 3 года назад. Пора просто... Так вы конкретные вопросы мне задавайте про блогинг. Пора просто пост про прививки. Я знаю, я вообще разбираюсь в теме, как раскрутить людей на разговор в интернете. У меня получается, где-то там с 15-16 лет была очень страница, был такой ресурс Live Internet. Там у меня была очень востребованная страница, и я умею раскручивать страницы, да, вот. И если бы мне нужно было тупо много комментариев и тупо много подписчиков, я понимаю, как их набрать, и понимаю, какими темами, да, например, тема прививок, естественно, дети, еда, вот. Но у меня
другие цели стоят, поэтому моя сейчас цель, и в том числе на 2019 год, это была и 2018 задача, и 2019 тема блогинга, именно набрать качественную йога-аудиторию. Поэтому я не отхожу от темы йоги ни на шаг. Так. Итак, спасибо за вопросики, подкидывайте мне здесь. Если не перестаешь есть мясо, то никогда не быть йоги. Майя, почитай мой последний пост. Я там как раз эту тему и поднимаю. То есть, если мы берем просто йогу как работу с телом, как даже преподавателя йоги, который просто преподает йогу, да, возможно, сам практикует там два раза в неделю, то, конечно, просветления не достигнуть, если ты мясо будешь есть. Вот, если мы берем йогу как образ жизни именно, ты же слушала мои семинары несколько раз, и первая самая ступень в йоге – это яма, самый первый подпункт – это ахимса. Ахимса – это ненасилие. Ненасилие по отношению к себе и по отношению к другим. Естественно, если ты кого-то ешь, то это насилие. То есть, ну, это даже не обсуждается. То есть этот вопрос даже не поднимается вообще. Это первое, самое, что нужно сделать, скажем так. Но насильно себя к этому не приведешь никаким образом. И я так понимаю, что ты очень регулярно практикуешь, и просто ты придешь к этому естественным путем. Ты можешь вообще не париться, единственное, что от тебя требуется, это регулярная практика. И постепенно твой образ жизни поменяется. Возможно, тебя это пугает, возможно, да. Если же единственный вариант, что твой образ жизни не поменяется, если ты помимо йоги, вне, скажем так, практики йоги, будешь вести, ну, слишком разгульный образ жизни, тогда это будет все друг друга компенсировать, и все останется на своих местах. Но роста в йоге не будет. Но и падения в жизни, да, какого-то не будет тоже. Что-то я уже сама зашла в дебри своих разъяснений. Ну, надеюсь, ты меня поняла. Так. Как вы находите время на тексты, на прямые эфиры? Мне пришлось уволиться из... Я работала в детском саду 4 года. Мне пришлось оттуда уволиться, потому что уже надо было выбирать либо блог, либо работа в детском саду. То есть всегда нужно делать выбор. На двух стульях не сидишь, ну, точнее, на трех стульях. То есть раньше я была блогером и работала в детском саду. Потом я была блогером... Чуть-чуть вела йогу и чуть-чуть работала в детском саду. А потом, когда мне пришло время много вести йогу, много быть блогером, то надо было уже от чего-то отказываться. Либо от блога, либо от йоги, либо от детского сада. И я отказалась от детского сада на данном этапе жизни. Я начала вести свой блог до того, как моя мама была в Инстаграм. Я и маме... Мы вместе с мамой завели ей страничку, вместе я давала ей рекомендации о том, как ее вести, и потом мама уже пустила самостоятельное плавание. Откуда берешь информацию для постов? Из головы исключительно. Я ниоткуда не беру информацию от постов. Для постов это мои наблюдения, это мои мысли, и, соответственно, я читаю книги о йоге, и какие мне мысли, вдохновение оттуда приходит. То есть только оттуда. Стилистику как выбираете? Стилистику чего? Написание постов, наверное, вы спрашиваете. Я не выбираю, просто это мой стиль написания постов. То есть ничего специального я для этого не делаю. Вообще-то я крашусь. Это как бы, ну, сейчас я не накрашена, сейчас, слава богу, есть фильтр в прямом эфире, но вообще я крашусь, у меня всегда есть лечебный тональник, я пользуюсь лечебным тональником уже одним и тем же, страшно представить, сколько, много лет, и я крашу ресницы, я крашу брови,
Так что, вообще-то, я крашусь, да. Просто, ну, как бы я не крашусь так, чтобы это видно. Просто у меня кожа проблема. Давайте я сейчас уберу фильтр, и вот вы посмотрите, как я выгляжу без фильтра. Но потом я его сразу включу. Вот. То есть, видите, у меня кожа... Ну, сейчас именно прыщей нету, но вот она вся в точках каких-то, вот в каких-то вот таких вот вся в темах. Вот, это я без фильтра. Срочно. Это вам 96 человек. Господи, люди прибавляются. Скорее включай фильтр. А это я с фильтром. Вот, то есть, и поэтому я наношу вот этот свой лечебный тональник и крашу ресницы, стараюсь не забывать этого делать, и брови, в брови вот у меня почти всегда в порядке. Уходовая косметика у меня, Кристина, я люблю, Кристина, это израильская такая фирма, правда, она вроде уже в Подмосковье где-то разливается. Вот, мне нравится, иногда я с чем-то чередую, то есть я могу пользоваться там год, полтора, два Кристины, потом, допустим, год чем-то другим, вот, ну, просто чтобы так для разнообразия, говорю, как надо менять. Меня дрючат все бесконечно с мясом. Ну и что, ты скажи, что типа, Майя, это я тебе отвечаю, ну, пусть дрючат, а что они тебя дрючат? Ну, скажи всему свое время, я на пути, я как бы стала вегетарианкой, я извиняюсь, спустя, получается, 7 лет практики. Майя, у тебя сколько лет практики? Наверное, не столько. Меня, помню, все дрючили, когда я занималась уже лет 5, типа, а ты в Индии была? Вот просто каждый человек, который я узнавала, что я занимаюсь йогой, меня спрашивал, а была ли я в Индии. Я говорила, что я не была в Индии, но я, когда почувствую, что нужно ехать, я поеду. Вот. Привет, занимаюсь йогой для здоровья. Вы молодец. Как начать правильно питаться? Подскажите, пожалуйста. Значит, берешь скотч и замок. Заклеиваешь себе рот. Закрываешь холодильник на замок. И очень редко это все открываешь, отклеиваешь и ешь так, чтобы ты всегда была голодна в конце того, как ты поела. Ешь раза три в день. До сна последний прием пищи часа за три. И он должен быть маленький. Вот, вот так правильно питаться. А если я певица, и мясо как будто прям необходимо, иначе сил не хватает, когда пою? Во-первых, я не думаю, что пение связано с мясом, если честно. Наверняка, ну, я, в принципе, знаю певцов, которые вегетарианцы и веганы. На самом деле, очень много известных людей вегетарианцы и веганы. Во-вторых, я еще раз объясняю, насильно себя к этому приводить не нужно. Это бесполезно. Очень много тех, кто насильно, когда еще сам не был готов, просто это веяние моды или чего-то, перешел на вегетарианство, очень гордо об этом заявлял через тот же Инстаграм, а потом через год он очень гордо заявляет, что вегетарианство – это ужас, это никому не подходит, я стал так плохо себя чувствовать. Да? Это как раз, когда человек себя приводит насильно на что-то. Вот. Если же ты переходишь к чему-то естественным путем, то это остается с тобой либо очень надолго, если что-то не случится, чаще всего на всю жизнь. Поэтому ешьте вы свое мясо, если вам оно необходимо. Что ж поделаешь-то с вами, не убивать же, не быть непросветленной. Поверьте, нам еще столько пахать помимо мяса к просветлению, начните с чего-нибудь другого, просто с регулярной практики йоги, либо с того, чтобы не сплетничать. Я просто очень пытаюсь работать над тем, чтобы не сплетничать над собой. Так. Йога для меня как растяжка, но интерес вызывает медитация. Может ли она снять стресс человеку обыкновенному? И как медитировать? Может, пост об этом? У меня было много постов на тему медитации. Конечно, медитация вызывает... Я думала, что-то застряло. Вызывает интерес, потому что медитация – это очень романтично. Вот. И таинственно. А все мы любим романтичное и таинственное. Но к медитации нужно пройти очень долгий путь, чтобы она у вас получилась. Иначе это не будет медитация. Иначе это будет что-то другое. Сон, транс, расслабление или ад. Да? Потому что у вас будет болеть спина, ей нужно сидеть прямо хотя бы 30 минут. Поэтому... посты на эту тему есть. Даже не знаю, вам, как вам их найти. Наверное, в заметках Яганутой я точно об этом что-то писала. Хэштег заметки Яганутой. Почитайте, там что-то должно быть про медитацию не раз.
Яна, у тебя были моменты, когда ты не практиковала, не хотела, перегорала? А, и вы имеете в виду, долго не практиковала на коврике? У меня был такой момент, во-первых, когда я родила Юру, это было 6 лет назад, я где-то первые, наверное, месяца два вообще ничего не делала. Вот. Но это уважительная причина. Сейчас я, например, болею, получается, уже четвертый день, я 4 дня, даже 5 дней я не практиковала. И меня, ну, я чувствую, что уже мне так не очень хорошо. Надо попрактиковать, но я думаю, еще сегодня не буду. Завтра буду. И я, причем, что я не могу даже сидеть, подышать, потому что у меня нос заложен. И я, когда именно физическую активность проявляю, я себя плохо чувствую. Ну, вот как-то так. А так, ну... Когда я веду йога-туры, я сама лично не практикую. Но я медитирую, там какие-то дыхательные техники делаю, когда я провожу и когда я даю в йога-турах. Вот. Но именно во время йога-туров, именно моей личной там утренней практики, ее нету. Ну так вот. А, и один раз в жизни, я когда развелась, я поехала на долгое время в Испанию, и там я не практиковала 2 недели, и потом приехала в Москву и еще 2 недели. Ну, может, недели. Короче, 3 недели я не практиковала тогда. Это было примерно 4 года назад. Ну вот, а прям длительных, ну, не знаю, вот, в общем, вот, все мои перерывы. А, перегорала? Нет. Я вообще не слушаю себя, перегораю я к чему-то или нет. Меня вообще не интересует мнение моего ума. Я просто делаю и все. Я не думаю, надо мне это, не надо. Я просто делаю все. То есть у меня такого нету. Но я знаю, что такое часто встречается. И поэтому у меня есть посты, неоднократный пост, что делать в такой момент. Я в такой момент рекомендую там на базовом уровне посмотреть какой-то фильм про йогу, почитать книгу про йогу, в идеале сходить на какой-нибудь семинар по йоге, если нет возможности, там онлайн-семинар, либо это в идеале вообще съездить когда в какой-то тур, либо на какой-то курс, то есть, ну, вдохновиться заново, потому что действительно я слышала, что такое бывает. Просто мой козырь – это что я ничего не жду. Просто часто люди чего-то ждут, и когда они не видят долго результат, они перегорают. А я изначально ничего не ждала от йоги, и поэтому это мой плюс, что я ничего не жду, не слушаю себя, я просто делаю, и все. Но у меня такой спортивный характер, просто я из спорта пришла в эту жизнь практически, и нас там никогда не спрашивали, хотим мы чего-то или нет. И всем было понятно, чтобы достигнуть результата, должна быть дисциплина, и все. Питание без мяса, а кофе и сигареты не могу отказаться. Но это наркотик, естественно, я думаю, вы об этом знаете, что кофе и сигареты – это наркотики. Ну, работайте над собой. Я думаю, с практикой йоги, возможно, тоже получится. Ну, по чуть-чуть уменьшайте. Я никогда просто не пила кофе и не курила сигареты. То есть я могу выпить кофе, например, вот вчера, так как я еще вчера была не до конца выздоровевшая, сегодня еще лучше себя чувствую, слава богу. А мне вчера предстояло 3 практики йоги. Я с утра перед первой практикой йоги выпила капучино. Потому что для меня кофе, ну, я просто чувствую, насколько это сильный наркотик. И реально у меня очень сильно повышается настроение, очень сильно прибавляется энергия. И я прям весь день на этой чашке капучино-то и отпахала, в принципе. Вот, сигареты я никогда не пробовала, но я знаю, люди как-то же бросают курить. Да, лечебный тональник Кристина у меня... Он как бы не лечебный, он называется постпилинг. Это, в принципе, по-моему, единственный их тональник, который у них есть. Сейчас я вам покажу его. Я их 10 штук уже растратила. Вот. Rose de Mar. 5. Как будто у них есть другие цифры. Это единственный их тон. 5. Но он такой, знаете, тон, который подстраивается под цвет кожи. И неважно, какая я загорелая или не очень, мне этот тональник подходит. Единственное, когда я очень сильно загорела, то он как-то светловато, конечно, смотрится. Но вроде как кожа на лице должна быть, в принципе, светлее, то я все равно им мажусь. Мама даже моя мажется, ей тоже нравится, потому что он реально классный. Вот, и он очень хорошо так маскирует именно
и прыщи, и пятна там всякие мои. Так. Майя, ты практикуешь 3 года. Ну вот, все у тебя впереди. Я вижу твои фоточки, все, что ты там выставляешь, даже пару видюшек твоих смотрела. Так что практикуй. Все будет хорошо, не парься. Планируешь во Вриндаван? Я вообще планирую по всей Индии попутешествовать, но кто-то же должен работать, как говорится. Ну, пока нет, но у меня еще вся жизнь вроде как впереди. Так. Питание налажено, почему кожа испортилась? А с чего вы взяли, что она у меня испортилась? Вы просто не видели мою кожу до того, как я перешла на правильное питание. Ну, я всегда была на правильном. Вы же не видели мою кожу до того, как я стала вегетарианкой. Она у меня очень улучшилась. Что можно почитать про йогу для беременных? Вообще без понятия, но можно почитать мой пост. Буквально посмотрите на мою страничку, там прям я беременная. И я сразу после беременности, как коллаж такой фотографии, я там написала пост про йогу для беременных. Без своей фотографии нежелательно делать карту желаний. Так. При сколиозе асаны, которые противопоказаны, надо посмотреть при сколиозе у нас, что обычно противопоказано. Ну вот со скрутками надо быть точно осторожными, но еще надо посмотреть. Я знаю, что при сколиозе нужно акцент именно на те асаны, где у нас идет вытяжение позвоночника, да, вот на это делать. Насколько я помню, мне кажется, скрутки противопоказаны при сколиозе. Сейчас я точно посмотрю. У меня просто прямо здесь мой учебник по йоге, он у меня находится на прикроватной тумбочке последние 2,5 года. Так, сейчас, раз уж у нас такая вот пьянка пошла. Скрутки. Ну, про сколиоз здесь даже не сказано. Грыжи, протрузии межпозвонковых дисков. Да. Ну, в общем, просто нужно быть очень осторожным со спиной. А, знаешь, что еще может быть противопоказано? Типа это сарвангасана какая-нибудь. Сейчас я вам посмотрю тоже ее, что у нас тут написано. Противопоказания. Ну, про сколиоз тоже не написано ничего. Вот так вот. Ну, ко мне ходят те, у кого сколиоз, и не один. И мы просто с ними очень аккуратно, очень осторожно делаем все просто бережно, скажем так. И особый акцент на вытяжение в спине. Так. Голодание. Конечно, есть польза от голодания. Ой, осталось 2 минуты от эфира, я что, уже час вещаю? Давайте быстро про голодание отвечу. Конечно, есть польза от голодания. Я голодала и на Экадаше, и сухое голодание, и на воде. Как я только не голодала, вот. Но важно, если на воде, то можно просто проголодать день и только пользу от этого получите. Если это более серьезное голодание, сухое, да, либо там 3 дня, допустим, на воде, то очень важно грамотно в него войти, грамотно выйти. Иначе действительно больше вреда получите, чем пользы. Но если просто вот так взять с бухты-барахты, целый день на воде провести, то это будет полезно, ну, практически всем, даже не знаю, не могу вспомнить тому, кому это будет не полезно. А йога-тичеров, конечно, разное мнение, потому что многие йога-тичеры, почитайте мой последний пост, они как бы и мясо едят. Естественно, они будут говорить, что, возможно, голодание вредно. Так. Как не реагировать на негативные вопросы? Занимайтесь йогой. Ну, правда, это помогает. Сегодня день Экадаши. Нет, я аут. Я знаю, что сегодня Экадаши. Что-то 2 последних Экадаши, я аут.
Это пятый номер. А, да? Ну вот, может быть. Ну, короче, я им пользуюсь. Эфир по карте желания не планирую. Все, пока. Представляете, я час провещала, ребята. Все, на все вопросы ответила. Пока.